Как мы уже сообщали, накануне Карачаево-Черкесии с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев. В Архизе прошло совещание по вопросам социально-экономического развития республики. Участники встречи выделили ключевые направления совместной слаженной деятельности федерального правительства и региональных властей по повышению уровня жизни населения. Подробности у Мурата Джанкезова. Говоря о состоянии экономики Карачаева-Черкесии, Юрий Трутнев выделил как положительные показатели, такие как рост индексов промышленного производства и инвестиций в основной капитал, так и определил основные острые вопросы в этой отрасли. На совещании отметили, что сегодня в Карачаево-Черкесии активно строится социальная инфраструктура, и важно сделать упор властей на развитие реального сектора экономики, создание новых предприятий и рабочих мест для населения. Для этого необходимо усовершенствовать механизм государственной поддержки инвесторов. Для сравнения, на Дальнем Востоке на рубль вложенных бюджетных средств приходится более 20 рублей частных инвестиций. Для регионов Северного Кавказа показатель 1 к 10 считается хорошим результатом. Я не хочу никаких революционных решений, что давайте сейчас здесь тоже установим нижнюю планку 1 к 10, а больше никому ничего давать не будем. Так мы можем остановить развитие. Но потихонечку из этого выбираться, потихонечку открывать преимущества Северокавказского региона, привлекать сюда инвесторов, добиваться того, чтобы все-таки больше денег вкладывалось частным бизнесом, а государство выполняло ту функцию, которую должно выполнять. Помогать, содействовать, создавать инфраструктуру. Вот мы будем потихонечку такими продуманными шагами вместе с главами регионов двигаться в этом направлении. Продолжая тему развития туристической отрасли, участники совещания не прошли мимо знаменитого курорта Домбай. Речь шла о повышении инвестпривлекательности для создания в Домбае современной, качественной, горнолыжной, гостиничной, инженерной и туристской инфраструктуры. Вот есть Архыз, который, еще раз, слава богу, говорю, в общем, в целом уже состоялся. И есть Домбай, где мы давно не помогали, которые относятся к числу достаточно таких старых, тоже традиционных у нас центров горнолыжного отдыха, только с инфраструктурной горнолыжной там не все в порядке. Мы туда завтра обязательно тоже заедем, посмотрим состояние, но мне кажется, что если мы сейчас можем дальше развивать Архыз за счет средств частных инвестиций, а деньги федерального бюджета использовать для развития Домбая, то общая польза будет больше. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов по итогам мероприятия выразил благодарность вице-премьеру за поддержку и нацеленность на результат, ориентированный прежде всего на благо жителей республики. В тех направлениях, где мы проседаем или просели в последнее время, понятно тоже по каким причинам, здесь тоже Юрий Петрович нас поддержал и дал ряд конкретных четких поручений, которые при нашей слаженной работе правительства республики и Минэко, так, конечно же, с правительством Российской Федерации, мы, если такую работу выстроим, конечно, оно даст определенные плоды и результаты. Мурат Джанкезов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Архыз.